Привет, друзья! Середина апреля, а у меня еще ни одного видео на канале. Я тоже по вам сильно соскучилась, но сейчас я уже в лесочке, тепло, хорошо, в своем любимом овражке, на поисках саркосцифы. С нее обычно и начинается мой грибной сезон. Вперед! За красотой леса, за грибами! Снег местами еще лежит во овражке. Я уж думала, он везде сошел. Потому что обычно я раньше открывала свой сезон. Ну, а в этом году что-то меня подзадержало. Божественно в лесу, ребята. Птицы на все лады. Ну вот, видите, красненькое алое пятнышко впереди. Вот это моя первая саркосцифа в этом сезоне. Вот она, красотка. Да, ребята, я сегодня не буду брать саркосцифы для еды. Уж очень муторно отмывается грибочек. Я сегодня за удовольствием и красотой. Я каждый год снимаю видео о саркосцифах. Первые года еще как-то их брала, жарила. Сейчас, да, многие стали брать саркосцифы и маринуют, и жарят, и тушат. И в салаты украшения. Все это я уже показывала. Видео у меня полно. А этих красненьких, чудесных, съедобных причем грибочках. Поэтому сегодня я только буду наслаждаться их поиском. То есть так удовлетворять душу грибника. Саркосцифы не обладают уж таким ярко выраженным вкусом. Поэтому пару раз я их попробовала, мне это было достаточно. И этот гриб не обладает еще и лечебными свойствами, поэтому не вижу смысла его собирать. А вот наслаждаться лесом, поиском, кайфно. Ребята, первая сныть. Первые полезные росточки сныти. Вот за ней нужно как-нибудь отправиться. И медуница, смотрю, уже пошла в рост. Поэтому надо не пропустить время зеленых коктейлей. Наши леса вообще не богаты на саркосцифу. Единственное место — это вот этот овражек, где ее можно найти. Поэтому попадается всегда мало, даже в этом овражке. Обыщешься. Ну, вот, представляете, сейчас идут я долго, а увидела всего лишь две саркосцифины. Нет, друзья, ничего больше не олеет, не краснеет в этом овражке. Надо выбираться. Кстати, заметила, что-то первый поход после зимы тяжело дается. Жалко. Ну, в принципе, план выполнен. Два грибочка я увидела. Сезон можно считать, конечно, не торжественно открытым, но все же. А скоро сморчки. Сморчки у нас начнутся, скорее всего, где-то с 9 мая. Ну, будем смотреть. Кстати, первые годы, когда я столкнулась, когда я начала только изучать грибы и столкнулась впервые с саркосцифами в этом овраге, их было намного больше. А саркосцифы — это у нас индикатор
хорошую экологию. Может, что-то и нарушилось у нас в районе запросто. И рядом с аркосцифами всегда росли, если кто смотрел, вспомните, такие черные несъедобные грибочки, урнулы. Ни одной нет. И прошлый год уже был очень плохой на саркосцифу и урнулу. А этот год, видимо, еще хуже. Ну и как же без урнулы сезон саркосцыф? Вот она стоит, красотка. Ну все, друзья, я нагулялась. Для первого раза хватит. Так что прощаться даже не буду. Сезон наш начался. Видео будут, прогулки будут. У нас впереди травы и грибы. Так что до новых встреч!